дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Життя акторів зазвичай відрізняється від тих героїв, яких доводиться грати. Саме про перевтілення будемо спілкуватися з Олександром Прокопенко, актором, лауреатом міжнародних конкурсів артистів естради. Дуже рада бачити вас сьогодні, пане Олександре. І справді про ті ролі, про ті перевтілення хотілося б дізнатися трошки більше і поза сценою, за кулісами. Тому розкажіть, як живеться артистам. Ну і, до речі, пригощайтеся. У нас гарячий чай з апельсином чи з лимоном, будь ласка. Привіт, уважаемые телезрители. Очень много есть проблем у артистов в данной ситуации. Получается, что... Ну, ни для кого я секретов больших не открываю, что у нас, получается, самая как бы крупнейшая область донор, но самые низкие зарплаты по всей Украине. Если там в филармониях и Кировоград, и Запорожье зарплаты выше, чем у нас в оперном театре, который один там из шести по Украине. Ну, как нам живется? Ну, приходится бегать, прыгать, да. Вот как в том анекдоте, а ты можешь в Голливуд поїхати? Ні, не можу, у мене елки. Вот у нас то же самое, елки приближаються. Тобто ви перед Новим роком, ви будете Дідом Морозом? Ну, конечно. Да. Обов'язково. Да. Все Мороз, для цього є. Дід Мороз у мене обычно, это мой образ, я обычно работаю для взрослых. Я люблю работать для взрослых, это очень интересно, потому что ребенок все-таки это очень нежная как бы натура, и его очень трудно обмануть. Поэтому у меня очень столько бывает вот этих вот нюансов, когда дети бегают, пытаются с тебя содрать эту бороду, ну, а взрослые, они изначально, то есть настроены на то, что приходит переодетый человек с бородой, да, и для него ты уже тогда, как говорится, выпрыгиваешь из штанов и показываешь, на что ты гораст, а с ребенком тяжелее. Поэтому я в основном, как моя специфика, это взрослые люди, и очень интересно над ними издеваться. Да. Тобто ви вмієте піджартувати десь, да. Ну це ж в тому є суть. Да, особенно, ну було, у мене очень такой случай був, очень интересно. Это в те времена, когда был президент Виктор Андреевич Ющенко. Вот. И я тогда работал «Новогоднюю ночь», программа была вместе с нашими известными кроликами Моисеевым и Данильцом. Вот. И в этой программе как бы основной спонсор этого всего действа, вот, он в то время, как скажем, не очень хорошо относился к Виктору Андреевичу Ющенко. И пока наступала новогодняя ночь, у меня еще идут елки, я езжу, как говорится, время хлебное, надо везде успеть. Вот. И я приезжаю, как раз выходят кролики. И они начинают работать программу. То есть я на свое время немножечко не успел, поэтому решили пустить их. А я как Дед Мороз, тогда сказали, жди, выйдешь после того, как отработают кролики. Вот. И выхожу я. Вот. И начинаю. Вот в обличии Деда Мороза, да, тут все борода. Все, а тогда же президент Ющенко, я такой же ж. Любі друзі, подивіться, дуже важливо на ці руки. Начинаю. Я не розумію, що відбувається. Тут вот этот самый главный на этом всем мероприятии, не будем называть, подходит, забирает у меня микрофон и говорит: дед, иди отдыхай. А я не могу понять, что произошло. Думаю, вроде же еще, как говорится, и рта не успел раскрыть, а уже сказали, иди отсюда. Вот. А потом мне, оказывается, рассказали. Когда, как по традиции, да, без 10-12 начинается речь президента, вот, то вот в то время как раз Виктор Андреевич начал свою речь, и этот человек относился к нему очень плохо. И он вот это же все ходил, да что он, да как он, да что, да выключите его. Подошел, в конце концов, не выдержал и выключил трансляцию поздравления президента. Вот. Но мне этого не рассказали. Если бы мне хоть это рассказали, что у него такое специфическое отношение, я бы, естественно... Тобто, Олександр, ви знаєте, от берете ви такі от ролі, ну, скажімо, якщо ти можеш пародіювати, вмієш, то це одна справа. Да. А якщо так от пародіювати дуже відомих людей, то це справді можна наражатися на будь-які неприємності, да, у своєму житті. Тому от, я так розумію, що тут, да, з президентами це краще не жартувати. Ну, знаєте, теж були дуже багато ситуацій, у меня в моей жизни, как вы правильно говорите, потому что
О некоторых, допустим, я вообще не рассказываю, потому что меньше знаешь, спокойнее спишь, потому что у меня были очень такие ситуации. Скажем, если я о них расскажу, то пойдут тогда последствия. Да. Краще не треба. Да. Пити чайок. Да, вот, кстати, чайочек. Очень надо, да. Смотрите всем, всем рекомендую. Супер, да. Супер. І розказую, і були другі ситуації. Угу. Ну це ж бачите, як Дід Мороз – це одна справа. Ні, можу і не Дідом Морозом. У мене було і не Дідом Морозом. Той же самий Ющенко. Вот, идет а при... що ж ви це все при... ж тільки про нього? Може просто ще так про когось? Ні, так от говорять, що там, допустим, був дуже демократичний людина. Тобто я пам'ятаю, коли він перший раз к нам приїхав в город, він йде за кулісами оперного театру. А всі ж по привичці, що президенту куча охрани не до цього. Не достояться, а он сел, и все туда же пытаются как-то выглянуть и посмотреть, где там он, и он же только стал этим, это оранжевая революция, так все гудело, и они так все стоят туда, смотрят, а я думаю, ну, толкаться не буду, стою себе спокойно, и тут смотрю, он мне идет навстречу, так, идет, доброго дня, я говорю, здравствуйте, просто не ожидал, да, и я же к чему иду, веду, и был случай у меня, предвыбор на 2006 года, то есть я показываю Виктора Андреевича, я стою, огромный зал, свет снят, то есть я стою в белом луче, в костюме, вот эти руки приспущенные, да, вот эти все мимика, вот, я же это люблю, друзи, вот. А тут люди опоздали, и они так входят со света в темноту, так раз заходят и так смотрят, Ющенко, они так, господи, господи. Ну, дивіться, до пародистів взагалі-то вимоги дуже серйозні. Да. І якщо пародист десь щось схибив, то проблеми будуть у нього серйозні. Да. А чи, добре, ми вже так поговорили, вже не, дізналися ну, проблеми, трохи. Я вам ще скажу, привідхищаю ваш вопрос, розкажу проблеми. Там все знають. Там ті люди, які відповідають, вони все знають. Вот. Тобто ми працюємо, вже, по-моєму, Янукович був президент. Вот. І... Мы и против, ну как, не против него, мы же просто переделаем, да, как бы нам надо высмеять своего персонажа. Вот, я работаю обычно Януковичем, да, вот, и я, это преддверие как раз, вот, как раз ноябрь, декабрь, вот, начинается вот это все перед революцией гидности, вот эти все дела, уже к нему отношение такое, скажем, не очень, и отработали, собрались, уезжаем, а работали у СБУшников. Отработали СБУшников, все, никаких нареканий, ничего. Только когда выходишь за ручку двери, начинаешь открывать, молодой человек, телефончик оставьте, пожалуйста. То есть там все в курсе, они следят за нами. Не зря, кстати, когда был, вот помните эти диктаторские законы Януковича, так называемые, даже в них было прописано, пародистов не трогать. Ага, тобто у вас залишився иммунитет, як то кажуть, так? Когда он только принял их, мы такие ходим, елки-палки, такие, а что нам делать? Этого нельзя пародировать. Вы же не только политики, вы же не только политики пародируете. Это, кстати, спасло потом. У вас же есть да, другие роли, у вас же есть какие-то, может, смотрите, была такая ситуация у нас, герои. Мы работаем, у меня партнер есть Дима Прищепа, Дима, привет. Вот, мы работаем с Димой Прищепой вдвоем, обычно блоки, да, он говорит, я говорю, то есть он одного политика, я второго, потом мы поем тоже. Вот, и мы когда уже, где-то это был или 15-й, или какой-то год, я не помню, мы работаем вместе с ним, а у Димы была короночка Жириновский, он его так шикарно показывает, Жириновский это вообще супер, вот, послушайте, там все начинает, что-то это, и тут вдруг ни с того ни с сего... Какая-то женщина прорывается, забирает у Димы микрофон и кричит, пока там, типа, мы здесь, этого не будет здесь. То есть она уже Диму как бы отождествила с его образом. Угу. Мы же наоборот его высмеиваем, то есть мы его показываем с негативной стороны, того Жириновского. Она даже не слушает слова, она... И после этого, как вот вы говорите, спасает вот как раз вот... Пародія на зірки естради, там Басков, Кіркоров. Ну, от якраз я хотіла далі, якщо вже будемо говорити з вами про якихось героїв, може, можна буде почути пародії на, ну, можливо, мультяшних героїв, можливо, у меня сын... цікавих да. персонажей, не політичних. Ви знаєте, у мене син очень любит, вот сейчас вот как раз началась в Арусе вот эта акція про Гаррі Поттера, да. Вот. И он любит вот
Павлик, привет. И он любит вот эти все дела. То есть и книжки, и фильмы, вот теперь угу. плюс эти фигурки собирает, все. Вот. И мы читаем же с ним ту книжку, ту книжку, ту книжку. И вот только мы вчера об этом говорили. Все вместе сидим, всей семьей. И жена моя говорит, Лена, говорит, а ты, наверное, говорит, любишь, потому что тебе папа Гарри Поттера разными голосами читает. Ой, ну прочитайте а папа уже там, трошки. Так давайте Гарри Поттера сейчас почитаю. И там же особенно Добби ему нравится. Добби любит Гарри, Гарри, Гарри. Добби очень хочет, чтобы у Гарри было все хорошо. И вот так это получается, я вот это начинаю ему читать за этого, за Кикимера, а Кикимер там написан, жабий голос. И получается, Кикимер начинает, о, понаехали сюда, все вот ходят, тут ходят, ничего не делают, полукровок, полный дом. И вот так, и я ему читаю книжку, ему просто, зачем он ему вот это вот, самому, как говорится, утруждать зрение, да, если тут папа ему говорящая аудиокнига, да, выдает. А скільки років сину? Сину 10, був юбілей. Супер, це йому, мабуть, дуже подобається, що тато вміє отак от різних героїв зобразити. А, ну, насправді, з приводу перевтілень, там ще складніша ситуація, тому що одна справа, це коли ви можете голос показати, інший, а коли просто треба всього показати артиста, артистові показати всього героя, то, мабуть, складніше ще, так? Треба ще вивчити рухи, міміку, треба додати особливості, які притаманні лише цьому герою. Що ви для цього робите? Чи ви так вже перевтілюєтесь, чи вам тільки голоса достатньо? Смотрите, є така, така штука, це все-таки, от, собственний мозк, це очень-очень большое подспорье во всем этом. Но это тоже, он должен быть, я как бы, доразвиться до той ситуации, когда ты можешь, вот я, допустим, сижу, вот у нас, начнем вот перевоплощение. Вот вы говорите, у нас последняя премьера была в театре академической оперы и балета, это у нас было «Мистер Икс». И в «Мистере Иксе» я, ну, у меня просто по жизни идет, я играю только злодеев. То есть, если там, допустим, я в жизни какой-то там добрый, общительный, то мне постоянно вот приходится, вот я так сколько смотрел, у меня в театре одни злодеи, одни злодеи, одни злодеи. Даже тот же Онегин, и то он получается злодей, потому что на Татьяне не женился. Ну, я маю на увазі, вы так их сами обираете, нет, так, чи видно, так стоите? Природа выбрала, у меня голос баритон, поэтому обычно положительные героев делают или теноров, иногда басов, но баритоны постоянно злюки. И я говорю, вот, и мне приходится, я начинаю играть вот этого злодея барона, и я теперь думаю, я предлагаю, вот я, допустим, какую-то играю сцену, двухминутную даже, режиссер смотрит и говорит, вы мне наиграли сейчас 10 персонажей в одной сцене двухминутной. А можете нам показать? Ну так надо же текст. Я вам тогда... Она говорит, а я не хочу, говорит, вот этого. Вы должны быть здесь вот такой, вот такой, вот такой. И тогда ты начинаешь тоже, коробочку включаешь. Ага, я нашел, да, надо здесь. А как же мне этого подонка сыграть? А как мне сделать? Вот. А потом тоже приходится на ходу, вот а у нее хороший персонаж, приспособление. Она просто посмотрела, говорит, сдайте ему монокль. То есть мне дают монокль, и сразу же такого же хочет плюнуть на этот, на мой персонаж, на моего персонажа. А я тоже думаю, вот как-то вот с секретарем я общаюсь, и мне как-то с секретарем, ну, я ему там, Пьер, что вы там это? И думаю, что-то не то здесь, не так. Я потом, и мне в ночью накануне спектакля приходят, ну, вот я там как-то неуклюже, так палочкой его там что-то пытаюсь загонять, а он такой строптивый, он не хочет. Ой, я говорю, ой, я тут падать не буду. Я думаю, ну ладно. И думаю, что ж придумать? Я придумываю просто элементарно. Я ему вот так вот беру, я с тростью такой красивой, бронзовой, я ему беру так, как этому, как собачке так говорю, вы мой секретарь, и кидаю ему эту трость. Вот. Он, естественно, как мой слуга, бежит, наклоняется за тростью, и я в этот его момент и кручу і починаю його добивати. Ну, тобто у вас все йде зсередини, ви і так розумієте, конечно, що повинен вот у меня... ваш герой сказати, і наскільки це може потім вплинути на глядача. Ну, і сказати, если зробити. Якби зрителі спросили, от, допустим, граю я в «Летучі миші» этого, директора тюрьмы, который напивається і к концу спектаклю вже повністю в зюзю, вот, еле ползає, то, якщо спросити зрителей, то есть,
практически каждый спектакль идет новый образ. То есть не так, как вот они пришли, о, сегодня сыграл чуть лучше, завтра чуть хуже. А тут, получается, этого сыграл. То мне говорят, нарисую сы, как у Гитлера, и как раз это, да, стилизация по 30-е годы, и, естественно, такой характер у него. То там, я предлагаю, давайте в духе Януковича. В тюрьме богатый и бедняк, здоровый и больной, ведут себя спокойно. И вот так это получается. И каждый раз на новом спектакле идет совершенно разный образ. Олександре, ну я справді вже зрозуміла і побачила, і почула усе. Я так думаю, що всі теж з вами вже знайомі, да, тепер заочно і прийдуть іще подивляться на ваші ролі в театр. Якщо попадуть ще, тому що у нас було 3 спектаклі, 3 аншлагових, навіть зробили предпрем'єрний показ теж аншлаговий. Люди дуже тяжело попасти. Ну, ви так дуже цікава. Зарані 10 января приглашаю. Дуже цікава людина, насправді. Дуже хотілося, щоб ви щось заспівали нам. Ну от голос же, який, да, у вас просто неймовірно чудовий голос. Я не знаю, чи то вже, мабуть, там, в театрі, чи все ж заспіваєте нам щось? Ні, а какую вам, що ви хотіли, ну, би послухати? Ну, щось з вашого репертуару заспіваєте. Там у мене повно репертуару. Ну, от на ваш розум, більше, що таке класне більше зараз? Більше старолей. Ні, я от, у мене була... До чого душа лежить? Та душа лежить. Благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла, оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за догоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все я вас благодарю. Зрители, привет! Супер. Ну що, Олександре, я дякую. Браво. Дякую, що прийшли і ще й заспівали. Спасибо, і вам, що пригласили. Ну, неймовірно. І з задоволенням будемо приходити дивитися на нові ваші ролі. Я так сподіваюся, що будете ще вперевтілювати. Ну, я сподіваюся. Не тільки злодіїв будете грати, ще, можливо, і добрих таких людей, насичених, да, життям. Так? Да. Ну, бажаю вам натхнення, щоб все завжди було добре з кожним роком, а в цьому році, щоб ще краще було. Спасибо. Дорогі зрителі, вам теж желаю, щоб завжди в ваших сім'ях був мир і согласие, і покой. І все у вас завжди було добре. І кошелек набитий, і все, і думи о каких-то мирських проблемах було поменше. Всім до свидання, привіт. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже за мить.